И всем привет, вы не дома у Данилы. И сегодня у нас будет такой ролик, челлендж. И я должен написать 100 комментариев какому-то блогеру. Ну, заходим сразу в каналчики. Видим, например, 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 Унибоя. У нас есть такой блогер Унибой. Например, самые популярные, давайте. И нажимаем на какой-то там ролик, например, вот это. Сейчас мы начинаем с. И мы вот все, начинаем этот челлендж, и мы пишем ему 100 комментариев. Как, как вот я уже писал, и мы пытаемся 1000 добить комментарий и пишем: давайте топ. Вот топ. И я сейчас проверю, сохраняются ли они или нет, или, сох или не сохраняются. Комментарии сохраняются, хорошо. Сколько комментариев запоминаем Запи написал. Так, нам примерно надо 746. Будем следить. Я считаю в уме. В уме. Так, три. И, ну, вот так мы и, и так и напишем ему комментарии По 100 Уже 6 За 2 минуты Почти Топ опять Это уже сколько у нас непонятно Сейчас, по-моему, 8, ребята да? Нет, это 7 Да, 7 А, все, они разделились Их, короче, 8 топ. И у него был комментарий. Так, вот теперь 10, 11. Я не представляю, если я столько напишу, я максимум в день по 90 комментариев одному человеку могу писать. Но это за 10 минут может сделаю. Так, это 13, 14 по-моему, как бы пятнадцатый. Оу, воу, воу, воу. Только семнадцатый. Что-то медленно. Хотя быстро. Это очень прям экстремально интересно. Девятнадцать уже. А я что-то не заметил. Двадцать. Вот это да. Еще, наверное, на Ютубе такого не было. Вы подписывайтесь. Наша цель это, наверное, тысяча подписчиков до конца лета. Подписывайтесь. Жмите на вот эту кнопку подписаться красную, чтобы она стала серой. Короче, вот. А, еще топ. Вот у нас уже столько комментариев. Это просто ужас.

Так, теперь у нас класс, класс, классик. И мне тоже классы ставьте. Только не класс, в не в комментариях, а лайком. Класс. Ой, класс, ну ладно. Класс. Уже тридцать шестой. Тридцать тридцать седьмой. А ну да, 37-й, 38-й класс, 39-й класс, 40-й класс, это что такое? 40-й класс, 41-й. Как будто 41 класс в школе, кто бы хотел. Это кто хотел бы 41 класс, 42-й, 43 класса, то это поставьте, не знаю. Не знаю, что сделайте, просто нарисуйте. Класс, напишите в комментариях, что вы не хотите. Или хотите 41 класс, так, 45 класс, 46 класс, 47, 48, 49 просто класс. Математика пошла. 50 -й. класс. Это прям реально школа Данила Гамистоп. А, класс. Ой, да, класс, я думаю, глаз. Класс. Оу, идет у нас. Знаете, что у нас идет? Круто. Мы его захвалим, этого блогера, блогера, блогера Луни Боя. А раньше он был той бой.

И 60. Это, наверное, какой-то бабушки или дедушки. 60 исполнилось прямо сейчас. Короче. Так, дальше пишем комментарии. Что ж, у нас 60. Теперь у нас идет топ. И вот это. Прям 65, 61. А я 62. Я, 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 я. Топ. Опять. Типа, вот кто-то посмотрит мое видео 63 прям. Топ 64. Топ смалик э, смайлик 65. Топ смайлик 69. Нет, 66. Топ, а топ. Ну, хотя топчик. Давайте топчик 67. Топ. Топ-топ. И это будет у нас 69, да? А 68, 69. Топ-топ вот этот. И 70, 70 комментариев. Давайте напишем 70. И давайте глянем просто, сколько я уже написал. Самые популярные я написал... 893. Так, это было 70. Теперь пишем еще больше. Давайте цифрами 71. Ой, 71 опубликовал. Так, 72. Как будто я пришел, блин. 73, 74. А сколько у вас в классе человек? Напишите в комментариях. Если у меня честно, 8. Вот, 75 у кого-то, наверное. Полный класс, прикиньте. Вот это, да. Вот это бы Гульба была там. Детский садик, блин. Так, 77. Красивое число. 78, 79. Ага. И 80. Интересно, я так говорю. Говорю, да. И у нас... Восемьдесят один. Ладно. Опа-на. Теперь что нам написать? А, крас, Как? Красава. Ребята, я уже написал, знаете, какой комментарий. Девяносто первый. Крас блин. Красава. Девяносто два. Красава.

Ставьте лайки. 98-й круто-топ. Круто-топ. 99-й круто-топ. Ставьте лайки. И круто-то-топ. О, вот, я написал 100 комментариев. Давайте это проверим. Этот челлендж выполнен. И давайте проведем челлендж среди вас. Да ой, не я туда нажал ту-ду-ду-ду. Ту Давайте проведем челлендж среди вас. Сколько вы написали комментариев? Я написал 100 вот комментариев, и я это выполнил, челлендж. Фух, если кто этот челлендж выполнит, я какому-то человеку дам плюс 5 подписчиков. Ну, короче, всем пока-пока. Вы не удалила а дома. Пока-пока.